Чем вы занимались все это время? Жил, работал, готовил еду, гулял, встречал рассвет. А по прошлому не скучаете? А что мне дало это прошлое? Знал бы ты, как я ненавижу его. Оно убило Магна, Бобби. Оно сделало меня тем, кто я есть. Другие посвятили этому жизнь, а я жалок, потому что отказался от всего. Но знаешь что? Все это осталось далеко позади. Даже боли не осталось. Все это я отдал работе. Что вы хотите? Я хочу, чтобы люди перестали ждать от меня ответов. Я устал от болтовни, не желая писать книги и быть лидером. Я хочу, чтобы люди стали думать своей головой. Хочу жить своей жизнью. Да нет. Что будете? Хот-дог и пиво. Два. $10. Ладно. Я могу понять ваше желание уединиться ото всех, но почему вы больше не пишете? Я начал писать в 17 лет и до сих пор не могу отделаться от таких психов, как ты. Как думаешь, что будет, если я разражусь очередной книжкой? Смерти подобное.